А перед просмотром видео я хотел бы посоветовать магазин ключей для игр Boomcase.ru. Здесь вы можете найти различные игры по очень низким ценам, качественное обслуживание, выдача ключей сразу после покупки и легкое и удобное оформление сайта. Всем советую этот магазин и всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Moon, и добро пожаловать, друзья, в наш пятый по счету сезон, в 11-ю серию, да. Я немного подготовился, в том смысле, что я собрал немного априконов, уже их захреначил в печке, чтобы они уже там поджарились, подварились, вот мы уже их собираем. А для чего? А для того, чтобы сразу потопать на охоту на новых покемонов. Мы открываем сезонную охоту на покемонов, потому что я уже давно обещал, я уже давно вам говорил, и я вам обещал, ребята, в предыдущей серии то, что в этой серии мы словим хотя бы одного покемона. И это я вам гарантирую. А может даже двух. Чичи-чичи-чичи-чичи-чичи-чичи-кори. Да, я надеюсь, я правильно написал. Покеспан. Чико. Да, Чикорита. Ну давайте тогда еще захреначим. Бульба. Бульбасауру. Брам-брам. Кого еще можно? Кого еще можно, ребята? Подсказывайте, кого еще можно зафигачить в поиск, кто спавнится в лесу. Я не знаю, ну давайте пускай пока что будет вот так. Так, на охоту, на охоту, на охоту, на охоту. Чтобы пойти на охоту, нам еще нужно немного желтеньких. Потому что я хочу себе сделать левел-болы. А я себе могу сделать только 9 покеболов. Я потратил все наши запасы алюминия для того, чтобы сделать себе нижние части. Как видите, я уже их сделал. Так, давайте тогда еще сделаем себе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук, и сейчас нам нужно сделать. Ух, а вот что я забыл, это вот эти априко. Ну ладно. Так, сейчас. Я хочу сделать левел-болы. У нас есть 2 даскбола, но даскболы это только ночь, поэтому нет большого смысла. Я себе еще сделал 3 ультраболы, это мы сделали уже в предыдущей части, если вы помните. И сейчас нам осталось еще сделать немного левел-болов, и мы уже можем топать, ловить наших новых каких-то покемонов. Я даже не представляю, кого, но все же. 2 штуки. Давайте еще там. Сколько? Давайте еще подождем. 4 штуки. Давайте это тогда сюда куда-то. Это сюда. Замечательно. Это. Еще 2 штучки, потому что больше у нас желтых даже нету. Ну, тут у нас только 8 есть, то есть еще одна осталась, даже не 2, одна. Но сразу делается 2, поэтому сразу сделаем. Так, это тогда сюда, это сюда. Вот так, замечательно. И еще одна, и мы можем идти. Мы можем уже идти делать левел-болы, замечательно. Так, потопали, быстренько. Это очень быстро, это даже не нужно перематывать, потому что нам повезло, и нам выпал алмазный молоточек с босса. И это очень круто, потому что смотрите, как бум-бум-бум, и все, у нас уже готово. А как мы долбили с помощью железного, вообще пух-пух-пух, ну пока мы что-то там выдолбили, это с ума сойти можно было. Да, он, конечно, быстро ломается, но все же нам хватит на какое-то время. Так. Замечательно. Вот так. Ну что, ребята, я вас поздравляю. У нас есть 9, у нас есть 11, у нас есть 14 покеболов. Это нормально. Все, что нам сейчас нужно, это топать как можно дальше. В поисках приключений. Потому что нам нужно... Ух, охренеть. Но сейчас, в принципе, мы сможем использовать... Сейчас мы сможем использовать покехил, потому что мы находимся... Сейчас мы когда будем лететь далеко, да? То мы, в принципе, будем находиться далеко от дома, и что, в принципе, позволяет нам использовать покехил. Потому что, согласитесь, ребята, если мы каждый раз будем домой бегать, то это затянется. Так. Кто это там сначала нужен? А, Диглет, ну, конечно же. В поисках боссов. Вот нам нужно вот сюда, вот в этот лес. А где он находится?
Да, в ту сторону. Полетели, ребятушечки, полетели как можно быстрее. Еда у нас 14 картошечек. Ну, хватит на какое-то время. Хватит, конечно же. Больше нам ничего не нужно. Мы летим. Я вам обещал, что в этой серии мы словим хотя бы одного покемона. И сейчас мы постараемся это сделать. Воплотить эту идею. Потому что давным-давно уже нужно было. Так, давайте взлетим еще как можно быстрее. А, у нас написаны все, да, то есть Чертвик, Чикорита, Бульбасаур. Да, замечательно. В лесу больше нам, в принципе, никого такого не нужно. Кто в лесу еще может заспавниться, кто нам нужен? Почерису не нужно в данный момент, да? Зачем ее ловить, если у нас сейчас уже есть электрический покемон, то есть Пикачу. Извиняюсь. Опа, это кто? Чертвик? Чертвик, замечательно. Я тебя прошу, Чертвик, не будь маленьким засранцем. Вы все эти... О, нет. Хотя давайте, левел бо. Если ты 11 уровень, а наш Свамперт уже 50 уровень, даже больше, то по сути дела ты зараза мелкая, прям должен залететь в этот левел бол. Но нет, ребят, это же маленькие такие гниды. Вот эти 11 уровни, 5 уровни, 6 уровни. Они такие гниды. Хоть наш покемон 60 уровень, а нет, они хрен залезут. Ну зачем им залезать, если они могут повыкобыливаться? Я обещал, что мы словим одного покемона, но я сейчас хоть на него потрачу мастер... Хотя нет, это будет слишком мастербол. Аллилуйя! Ребята, я вас поздравляю с новым покемоном. Давайте мы его расцелуем. Расцелуем все места. Сюда тебе, Чертвик, в попенцию. Да хоть тебя, хоть куда мы тебя расцелуем. Но слава богу, мы словили нового покемона. Это Чертвик. Давайте быстренько вылечим сначала. И давайте быстренько разбежимся, точнее, пробежимся по нашим покемонам. Водный покемон, Свампер, 53 уровень, которого уже можно Ой, это я забыл обратно. Свампер, водный покемон, 53 уровень, которого уже можно отсюда кидать в наш компьютер. Сейчас я тебе пинок захреначу. Полетел, Свампер, в компьютер, ты уже 53 уровень. Уже давным-давно тебе нужно было поставить. Давну в компьютер. Потом у нас идет Пикачу. 32-й. Потом у нас идет Комбускен. 26-й. Огненный и Пикачу. Ну, электрический. И потом 11 уровень Чертвик. Замечательно, ребята. О, это еще кто-то. Чикорита. Ну ладно, это уже такое, это уже можно удалять. То есть мы словили. Нашего первого тройного покемона в этом сезоне. И, в принципе, это хватит. Какие у нас в этом сезоне правила? Мы качаем всю нашу... Опа, и Чертвик уже галлюцинирует, отлично. Мы качаем всю нашу команду к такому уровню, к тому уровню покемона, который требует максимальный уровень для эволюции. А в этом случае, ну, или Свамперт, или Чертвик, в принципе, они все эволюционируют на 36-м. Поэтому мы откладываем эту команду уже в компьютер после того, как прокачаем всех покемонов к 40-му уровню. Это, в принципе, не так уж и долго, ребята, что тут такого. Свамперта уже можно давным-давно кидать, Пикачу еще осталось 8 уровней, Комбускену еще 12, Гротлу еще, ну сколько, 19, пока мы прокачаем всю, пока мы словим еще двух покемонов, потому что нам еще нужно, а кого словить? Давайте, ребята, подумаем, а кого бы следующего словить? Я хотел, если честно, Гастли словить, но Гастли только ловится ночью, а до ночи еще нужно дожить, поэтому... Что мы сейчас сделаем? Можно Старли словить. Ну давайте попробуем летающего. Ну иди сюда, летающая фиготня маленькая. Пожалуйста, Старли. Опа. Левелбол. Давай, Старли, не подкачай. Второй покемон за одну серию. Я думаю, все будут рады. Я точно. А вот вы, ребята, тоже, наверное, будете рады, если мы словим Старли. Вот, я обещал, ребята, что мы в этой серии словим одного покемона. А вот хрен вам, мы уже двух словили, ребята, покемонов в этой серии. И
как я обещал, даже серия, наверное, так будет называться, начало большой охоты на покемонов, потому что, действительно, мы словили двух покемонов за одну серию, что, в принципе, уже охрененно. Было бы, конечно, еще намного лучше, если бы мы с боссов выбивали хотя бы XP Share. Потому что XP Share нам как ни крути нужен, а кидать каждого покемона по очереди это нудно, долго Это желез дубовый, огромных нахрен дубов. И тут же спавнится Иви, а прикиньте, если сейчас еще Иви заспавнится. Нам нужно куда, ну допустим, давайте в эту сторону полетим. Если сейчас Иви заспавнится, хотя вряд ли, знаете, потому что, почему? Потому что уже темнеет, а ночью Иви не спавнится. Поэтому вряд ли мы, конечно, Иви сейчас застанем вот тут. О, Стантлер, ну ладно, Стантлер. Ну не хочу я сейчас Стантлера, ребята, если честно. Фу, все, что нам нужно было, это парочку левел-болов, парочку ультра-болов и парочку еще чего-то. И у нас уже есть 5 покемонов только в этой команде. Сейчас мы еще Арбока захреначим. Арбока. Кумбускен. Ух, Кротл. Ну, нужно хотя бы или по одному прокачивать, потому что если мы так всех сразу будем прокачивать, то это, в принципе, опыт не будет. Ну, будет идти, но очень маленький. Видите, очень маленький опыт, но... Опа, уже старли эволюционирует. Это сколько? Это уже две эволюции в этой серии. А мне интересно, я не знаю, ребята, если честно, где спавнятся легенды? В том смысле новые, там, Суйкун и вот эти все. Я вроде помню, кто-то говорил, один в саванне спавнится... Лугия вроде спавнится ночью над океаном. Кто-то там еще вроде спавнится на пляже. И кто-то в лесу Селеби спавнится, точно. В этом, в лесу, где есть много цветов, она вот там спавнится. А третья псина. Да, псина, я, если честно, вообще не имею малейшего понятия, где она спавнится. Ну, может, где-то в той же равнине, мне так кажется. Где же еще? Было бы, знаете, офигенно, что если бы мы еще хотя бы нашли, ну хотя бы босса, было бы вообще офигенно, если бы босса нашли, потому что опыт лишний нам не помешает. Или шайни, допустим. Мы в позапрошлой серии мы прокакали шайни Мэджикарпа. А почему? А потому что баганая версия, или что баганая, потому что когда я вступил с ним в бой, у меня заглючило и меня выкинуло. Вот какая версия. Опа! А смотрите, сейчас, давайте к этому сейчас вернемся. Я хочу тут дом построить. Мне так это озеро нравится. Ну ладно, то есть мы уже там начали строить, уже не будем же мы сейчас переносить. А так, сначала нужно посмотреть Булдор. А с Булдора вроде алмазики падают. Но то, что он сейчас, он босс, поэтому вряд ли с него алмазы выпадут. Но давайте посмотрим. То есть мне многие люди скидывали таблицу тех покемонов, с которых падают алмазы. И сейчас мы это проверим. Ну хотя он босс, да, с него вряд ли, конечно, алмазы выпадут. Только потому, что он босс. А с босса выпадают босячие шмотки, можно и так сказать. Я надеюсь, ты не будешь очень глубоко. Хотя это уже глубоко, можно сказать, 40-я высота, а мы еще даже до тебя не докопались. Я выключаю шейдеры, потому что мы спускаемся в шахту или куда это тут. Ребята, мы до него даже не докопаемся, если честно. А, я его слышу. Я его слышу! Будь где-то тут, пожалуйста. Вот он. Ух. Он сейчас, короче, нас всех с одного удара захреначит, и это, я это догоняю. Хотя, Эртквиком... Ребята, у нас же есть Свампер. Свампер это вообще наш спаситель. Что вы хотите вообще, да? Замечательно. Ну, нормально пригодится, можно и так сказать. В принципе, да, алмазы не выпали, только потому что... Это босс, а с босса обычные вещи покемонячие не выпадают, а только босячие выпадают. Вот я, вот Эдисон слова, да, новые придумывают. Босячие, покемонячие. Раз мы уже... Я не буду, ребят, не переживайте, я не буду сейчас идти в шахту, просто тут мы вот тут спустились, тут есть железо и золото. Почему их не собрать, если они тут есть, да? Ребята, ребята... Я вам устраиваю небольшую экскурсию по шахте. Всем добро пожаловать в шахту. Вот мы сюда идем, это шахта. Вот тут еще шахта. Вот шахта, смотрите, какая шахта. Конец шахты. Всем спасибо за просмотр. Платите за экскурсию, да?
Охрененная шахта, если честно, прям нереально большая. Ну ладно, мы не за шахтой сюда пришли, а только из-за босса мы сюда пришли. Босса мы убили, и мы можем валить отсюда уже прямо сейчас, что мы в принципе сейчас и сделаем. Только как нам подниматься? Ладно, 1, 2, 3, 4, 5. Это долго будет, ребят, это очень долго будет. Поэтому на паузу, я поднимусь и тогда возобновлю. Фу, почти. Выбрались. Опа, замечательно. Так, потопали дальше. В какую сторону? Там у нас, опа, сейчас. Лампет. А ну-ка, дружище, иди-ка ты сюда. Ты нам пригодишься. Очень даже пригодишься, лампентушка. Сейчас, ну на кого бы тебя кинуть? Покехил. Лампет. Да, в принципе, всех нужно кидать. В том смысле, что по очереди. Да, конечно, опыт не будет прям хлестаться, но все же. Ну да. Его мы быстро убьем, потому что он огненный тоже. Байт. Текл, вот это можно. Гротл 23. Старавия 25. Опа, ща. Лидиан, иди-ка ты сюда, Лидиан. Наверное, знаете, что мы будем... О, там еще один босс, но ладно, раз мы уже сюда идем. Нужно, наверное, кидать по одному покемону, потому что это очень, знаете, опыт делится и практически никого не качаешь. Поэтому нужно по одному, наверное. А где ты вообще? На дереве, что ли? Это точно Лидиан? Да, Лидиан. Нет, не дадим мы тебе умереть. Знаете, он хотел самоубийство сделать. То есть суицид для того, чтобы Эдисон не подошел, и Эдисон его не убил. Ну нет, чувак, нет, мы быстрее тебя нашли. Он спрятался еще, знаете, так под деревом. То есть, мы его не найдем. Ага. Старавия, 23 уровень. Класс. Так, знаете что? Desert. Мне нужен Desert M. А знаете почему? Потому что в Desert M спавнится Сандил. А я хочу Сандила, если честно. Сандил это... Знаете почему я хочу Сандила? Потому что это Сандил. Логика прям зашкаливает, но он мне действительно нравится. В принципе, многим он нравится, только потому что это действительно Сандил, и он классный, сильный и прикольный покемон. Но чтобы его найти, то действительно нужно потрудиться. Не его найти, он спавнится очень много, там их в том биоме прям нереально большое количество, но чтобы найти тот биом, нужно очень потрудиться, потому что тот биом называется Desert M. А Desert M это там, где очень маленькое количество... Сандил. Количество вот этого, как его, воды. Ну, в принципе, это же пустыня, да? Тут, смотрите, тут вообще воды нету, но это не тот биом. И он, в принципе, еще и ночью, да, спавнится вроде, или днем. Desert Hills, но Desert Hills нам... Да, Desert Hills, в принципе, нам нужен, только если там заспавнится Гроудон, а чтобы Гроудон там заспавнился, это не очень такой уж и большой шанс. Но, ладно. Так, кончились вот эти фигни. Это везде тут Desert Hills, то есть нужно запомнить это место. Тут очень много вот этого биома, да, Desert Hills, поэтому нужно запомнить, чтобы потом сюда вернуться. Ну тут уже куча пошла вот этого, тут уже куча воды пошла, поэтому Desert Emma тут 100% не будет. Это опять дубы, а дубы нам в данный момент не нужны. Ну, в принципе, там мы можем словить Иви, да, но... Сейчас же ночь, в принципе, уже рассвет. Поэтому можем сейчас наведаться туда. Но давайте пока еще ночь. Рив, нет, Рив нам не нужен. Мы поищем Desert M. Вряд ли он, конечно, тут будет, потому что тут действительно много воды. Нужно какую-то другую пещеру, вот эту искать. Пустыню. Так, где ты? Где ты, Джудудишка? Мы тебя нашли. Ой. Иди сюда. Замечательно. Ух, Пикачу. Да, Пикачу. Да, вряд. То есть не вряд ли, а зря его кинул. О, Даскбол еще и Дайвбол выпал. Замечательно. А нету ли тут случайненько где-то алтаря? Было бы круто, если бы мы еще и алтарь нашли.
нашего Молтерса. У нас есть орб, поэтому мы бы уже сразу начали прокачивать. Это кто вообще такой? Дан Спарс. Офигеть. Ну много, то есть реально много новых покемонов добавили, которых я еще даже никогда не видел. Но ладно. Ща, ребята, мы еще немного полетаем, то есть что тут за биом. Я бы был вообще рад, если бы мы нашли зимний биом или джунгли, точно. Джунгли, если бы мы нашли, это было бы вообще охрененно, потрясно прям. А если бы мы нашли не джунгли, а если бы мы нашли еще и глиняный биом, это бы вообще охрененно было бы. Давайте сначала вылечим, потому что мы далеко от хилки. Ну почему вы все убегаете, когда... Ну, в принципе, да, это так и должно быть, но... О, отлично, попали. Гротл. Ну, это зря я кинул, да. Гротл. Травяного противоогненного, да? Но все же, не убил. Повезло, что не убил. Ой. О, в принципе, нормально. Так. Сейчас, ребята. Это же нужно все складывать сюда. Так, это еще можно... Все, вроде все, да? Вроде все. Фу, куда, ребята? Знаете что? О, нифига себе, летающие какие-то. Я хотел посмотреть, какие вот эти деревья спавнятся в саванне. То есть не вот эти деревья, ну, которые как бы модовские, не модовские, обычные, да? А вот эти деревья, как они там? С этого мода я там видел какие-то Dragon Fruit или... Фики. Ну, короче, там какие-то есть деревья специфические, которые спавнятся в каждом биоме. Если честно, я бы еще хотел найти джунгли. Только потому, что мне кажется, в джунглях там будет очень много всяких разновидностей деревьев. То есть, там могут быть, например, и ананасы, и бананы, то есть в джунглях, да, но это еще нужно найти. Но, ребята, мы же путешествуем. Сколько мы уже пролетели, смотрите. Это, в принципе, очень много. Мы же путешествуем, да? Мы же путешествуем, и может мы даже что-то найдем. О, вот и вовремя кончилась вот эта фигня. Хитмон Ли, если честно, ну... Убить можно. Рулет там был, но... Не хочу я рулета, то есть мы словили Старью, зачем нам... Ну, Старли, зачем нам рулет? Так, Старавия. И... Ну, давайте Свамперта. Свамперт должен его разрулить, если честно. Должен. Это же Свамперт. Так. Покехил. И давайте в эту сторону. Опа, Чармиллион. Здрасте, приветики. Вы там Чармандера случайно не видел? Не видели, дорогой друг наш? Но мы потом вернемся за Чармандером. Не сейчас, но все же, потом мы как-то вернемся. Диглет, но кто же еще? Кто же еще, если не Диглет? Это еще кто? А, вот это. Фанпи, я хочу Фанпи. Фанпи, я тебя хочу, Фанпи. Давай-ка ты там сражайся, и мы тебя словим, Фанпи. Мы тебя сейчас так прям заловим, наш покебол, целиком. Но только давайте вы уже там досражайтесь, да, пинайтесь друг друга. Мы пока подождем, я еще в туалет быстренько сбегаю, пока они там допинаются. Наконец-то. И сразу убегать. Жопенсию подпустил, точнее. И сразу убегать. Так, отдай болл, левел болл. Я надеюсь, ты словишься. Я надеюсь, что ты не паскуда маленькая. То есть ты 15 уровень. Мы на тебе кидаем 54-го Свамперта. И я надеюсь, мы тебя словим. Ух, Фанпи, ты вообще чудо. Сразу первого. Ай, так, сейчас, секунду. Граунд, ну, в принципе, граунд, я не знаю. Может, наверное, мы его поменяем. У нас же есть Свамперт. Да, Свамперт водный, но... В то же время он водный земляной, да, нам не нужен еще один земляной. Поэтому, ребята, этого слоника или кто это вообще такой, мы оставим на нашу следующую команду. То есть мы сейчас вернемся домой и сразу его поставим в компьютер. И вместо него мы словим кого-то другого, но хотелось бы узнать кого.
Тут я замечаю только огроменные леса, больше ничего. Леса нам, если честно, ну не очень нужны, потому что мы уже, можно сказать, всех словили в лесу. Ну, всех, кто нам нужен в данный момент. О, цветочки. Чудо-юдо, баба Маша, приходи-ка, селебяша. Еще тут селеби, хренак с неба упадет и заспавнится нам, да? Он же тут спавнится, да? Flower Forest, да, он тут спавнится. Ну, чтобы он заспавнился, не такой уж... Ну, не, это очень легко, очень легко. Мы тут сейчас минутку постоим и селеби придет. Это очень легко. Ну, ладно. Потопали мы дальше, может потом. Я хочу вот эту первую эволюцию, я забыл, как называется. Тедди Урса. Ну, вроде Тедди Урса, да, первая, а вторая Уссаринки, или как она там. Ух, просто огроменные леса. А леса нам не нужны. Покет-центр, Абра. Я там вижу. Так, бич, бич. Бирч, не бич, 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 ну, бич это бич, да, еще есть бич это пляж, и мне показалось, что там написано бич. Это бирч. Опа, кончились. Кончились наши прыжки, ну не прыжки, это взмахивание крыльями. Не врежься ни в что, давай-ка ты. Кто там был? Бум-бум-бум-бум-бум-бум, Бульбасар. Вот эти, нет, я не знаю, кого ловить, Ты паскуда, ты Дюрса, ты паскуда, мелкая, я тебя сейчас запинаю нашим вот этим слоненком. Вот зараза, перед глазами убил нашего Бульбасавра. В принципе, даже если бы я словил Бульбасавра, я бы его 100% отложил в компьютер. Потому что больше, ну, он нам не нужен в данный момент, да? Опа, опа, рискованная старавия. И левел болл. Я полагаю, господин, что вы залезете в левел болл. Потому что логическая цепочка даже не нуждается в объяснении. И мы тебя уже словили. Фу. А кто Тедди Урса? Он вроде нормальный или... Ну, ладно, проверим. То есть, это новые покемоны, ребята, если честно, еще не играл, поэтому я сейчас изучаю вместе с вами. Сивадл. А что Эдисон обещал? Я не помню, если честно, что он обещал, но он вроде обещал, что в эту серию мы словим одного покемона. А оказалось, что мы словили... Гротла. Гротла мы в этой серии словили. Да, Гротла мы словили. Мы словили Гротла. Мы, точнее, Чуртвиг. Мы словили Чуртвига. Мы словили Старли. Мы словили Фанпи. И мы словили Тедди Урсу. Это математическая такая цепочечка. То есть я обещал одного покемона, а мы словили четырех покемонов. Я, ребята, думаю, это действительно достойно лайка. То есть... Уже давно, если честно, давно уже нужно было пойти и начать ловить покемонов. Потому что давно уже нужно было. То есть это какая уже? 12-я. Это 12-я серия по счету или 11-я серия по счету? Вроде 11-я. То есть я что-то ошибся. Или в предыдущей серии я сказал вместо офсайтера. Я хочу тоже еще сайтера. Давайте попробуем. То есть я говорил, что... Вроде предыдущая серия у нас была вроде 10-я, я сказал, что 11-я. Ну ладно, не суть, то есть ладно, 11-я часть, и в 11-й части мы только начали выращивать, ну в этих последних частях мы только начали выращивать приконы и ловить покемонов. А ловить покемонов мы вообще только начали в этой части. В этой части, ребята, ребятушечки, в этой части... Мы словили 5 новых покемонов. Я надеюсь на ваш огроменный лайк. Потому что 5 новых покемонов — это офигенно за одну серию. Я надеюсь, что вы действительно поставите лайк. И перед тем, как заканчивать серию, я вспомнил про одно тайное место. Ребята, чит-чит, это вообще никто это не знает. Тихо-тихо. Это вообще, то есть, это секрет. То есть, да, даже вообще не рассказывайте никому. Это тайное место. Никто про это не знает. Никто!
А знаете, что самое главное, что самое охрененное? Что самое охрененное? Это то, что мы запиндосим в наш музей 5 новых покемонов. О чем это говорит? Ни хрена себе с одного удара. Ну, в принципе... Да, мы еще, походу, и Глума вряд ли убьем. Да, охренеть, а. Ну, с Таравией мы, конечно, его убьем, если нас быстрее не убьют. Что я, в принципе, и предполагал. Это хреново. Да, в принципе, мы ничего не сможем уже сделать, то есть. Убивай уже нас. Вылечимся и сейчас тебе пиндюлей надаем. Глум наглый. Ну, он красный, да, но если он, конечно, нашего Свамперта опять с одного удара не убьет. Вот ты паскуда гнилая, ну ты что издеваешься, ну, ребята, я вообще не... А, ну, конечно, он еще и хилится. Не-не-не, это какой-то убер-павер босс нам попался. А наша команда еще к такому не готова. Ну ладно, сейчас нас уже добьет, да и все. Что я хотел сообщить? А то, что... Офигенная новость, что я добавлю в музей целых 5 новых покемонов. Ребята, я еще и Сайтера успел словить. А 5 новых покемонов — это круто. Я успею, точнее не успею, а я добавлю в музей 5 новых покемонов. Поэтому... Что? Да, ребята. Поэтому в нашем музее покемонов освободились 5 мест для наших подписчиков, уважаемых. Поэтому я записываю, еще раз говорю. Я записываю у каждого подписчика, кто активно комментирует, кто активно ставит лайки и кто активно вообще принимает участие в обсуждении каждого видео. Поэтому, может, даже ты, чувак, который сейчас меня слушает, может, даже ты находишься в моем списке в текстовом документе, да, то есть, что ты находишься в очереди. О, вот это секретное место. Waterstone, нормально пригодится. То есть, ты, может, даже сейчас находишься в моем списке. Ну, как это, в очереди, да? То есть, даже, может, твое имя появится следующим в нашем музее покемонов. Поэтому, ребята, если вы хотите попасть в наш музей покемонов, ставьте лайки на каждое видео. Подписывайтесь. И, что самое главное, давайте мы еще Камускена попробуем. Что самое главное, ребята, это то, что комментируйте. То есть комментируйте, я буду смотреть на вашу активность. Если вы действительно активно комментируете, то вы сможете попасть в наш музей покемонов. Но если вы попали в наш музей покемонов, то также не забываем продолжать комментировать. Потому что если вы прекратите комментировать, то я прошу прощения, но я вас выгоню с музея покемонов только потому, что вы попали в музей и вы уже расслабились в том смысле, что а, ну зачем уже комментировать, да, если я попал. Ну, если вы уже, например, попали в музей покемонов. Так многие, наверное, кто подумают. Поэтому так делать не нужно. Если вы попали в музей покемонов, значит. Вы активно комментировали. А если вы активно комментировали, то значит нужно дальше продолжать. Так, ну, дальше продолжать. Извиняюсь, дальше продолжать комментировать. А перед тем, как мы закончим серию, я в нашу команду возьму Тедиурса вместо Фанпи. Нормальный, это сойдет. Ребята, это в 11-й серии по счету, и наша первая команда у нас уже... Да ты зараза. Свамперт у нас уже прокачанный. Свамперта мы уже можем выкладывать. Пикачу осталось 12 уровней. А хотя... Сейчас, дайте я подумаю. А хотя не, ну в принципе да, ладно, посмотрим в следующих сериях. А, тут уже чуть-чуть осталось. О, опа! Перед тем, как закончить. Кадабра! Кадабра, ты не словился в предыдущем сезоне. Вот я точно так же к тебе летел. И ты прям на глазах у меня испарился. Прошу, не надо сейчас. Где? Такой мелкий, что прям хрен увидишь, если честно. Но... Level Ball. У нас 2 Level Ball. Осталось он 19 уровень. Если мы еще словим и Кадабру, это будет...
последний левел болл. И сейчас нам, в принципе, нужно будет новое делать, потому что у нас уже кончились покеболы. Я тебя прошу. Не, ребята, вряд ли мы его, если честно, убьем. Ну, давайте попробуем один. Оу. Ты такой шустрый, ну если ты вот такой шустрый, то, конечно, я на тебя хрен попаду. Да иди ты сюда, паскуда мелкая. Он еще, знаете, специально... Это, твою мать, это закон подлости. Еще такой специально мелкий заспавился, что хрен... Да что за хрень, а? Ну я не могу на него... Ху, пожалуйста, залезь в ультрабол. Кадабра, мы тебя не словили в предыдущем сезоне. Пожалуйста. О, шайни. Первый шайни покемон в нашем сезоне. Ребята, я вас еще раз поздравляю с тем, что мы словили 6 новых покемонов в этой серии. 6. Я обещал одного, но мы словили 6. Наш сад яблочек разрастается. Нам нужно потом еще будет сливок сделать. 6 покемонов в этом сезоне. Это охрененно. В честь того, я сейчас соберу яблочки и каждому с вас раздам яблочки. Каждому с вас. Нате, ребята, яблочки, кушайте, я добренький. Каждому с вас по яблочку. Это тебе яблочко, тебе яблочко, тебе, тебе, тебе и все. Сколько мы яблочек собрали? 8 штук. Сойдет. На этом, ребята, мы заканчиваем. Ставьте лайки за первого шайни в нашем сезоне. В предыдущем сезоне я не словил кадабру, потому что я к нему вот так летел, а он, зараза, пропал у нас на глазах. Но сейчас мы его словили. 6 новых покемонов в одну серию, это прям охренеть, ребята. То есть за 10 серий мы словили там 2-3 покемонов, теперь за одну серию 6 покемонов. Поэтому, ребята, я надеюсь, что эта серия заслуживает лайка. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. В следующей серии я объявлю еще одного, еще или двух человек, которые попадут в наш музей покемонов. И поэтому, ребята, всем пока.